И всех приветствую на моем канале. Это летсплей по Майнкрафту. Вот. Сегодня я буду искать метеорит. Уже парочку нашел, но они все были это. Того. Короче, разъемные. Вот. Нашел тут какой-то незабревающий домик. Светильник Джека. Заберем с собой светильники Джека. Понадобится для декорации тут сундуки, но сундуках ничего нету. Вот. Какой-то странный незапривачный дом вообще фигня. Ничего. Уже все обгорело. Ну, на этом сервере просто мало людей играют. Вот. А я зашел в самую-самую жопу мира. И тут навряд ли что-то будет. Вот. Ух ты, что за дом. Опа, чирик. Опа. Офигеть. Что? Вот это крутяк. Вы не подумайте, что я грифер? Нет. Просто я нашел какой-то дом. Непонятно. Дверь с обложкой несу. Моя дверь. Странно. Какой-то летсплей получится. Странно. Ну да ладно. Вот. Что у нас есть в принципе? Ладно, давайте подарки сделаем. Туда положим. Туда. Вот. Такс. Ну, в принципе, брать-то тут нечего. Ну, резин нафиг не нужен. Можно вот это взять. Ну и вот это. Что это? А, ладно, куда? Ну, подумайте, что я грифер. Если бы захотел бы, я бы еще тут нафиг собрал бы. Вот. Не, нафиг мне тут ничего не надо. Так. Что это за дерево? Древесина деревья. Ладно. Что ж, приступим к поиску метеорита. Итак, я нахожусь на 33-м уровне, и мой компас вращается. Так, я думаю, скоро мы его найдем. Опа. Ладно. Так, продолжим. Ну что ж, мы с вами продолжаем поиски. Я тут на 22-м уровне. Вот, нашел. Виражник гвоздиного кварца. Это хорошо. Вот. Тут дофига серебряной руды, свинцовая. А компас все вращается. Опа. Вместе. Отлично. Докатились, значит. А, так, что же выбросить? Лыжник. Забор. Вот. Так, глаза нельзя смотреть. Свинец. Серебро. Я надеюсь, я найду все-таки этот долбанный метеорит. Пожалуйста. Нет. Не можем научиться. Так. Итак, я продолжил свои поиски этого гребаного метеорита. На метеорите я так и не отпался. Компас. Стоп. Только что. Понятно. Вот. И нашел я алмазную руду. К счастью. К счастью. Так. У меня нет места в инвентаре. Закатились ничего. Сейчас мы это все сбросим. Потому что мне это нафиг не надо. Столько булыжников. Так, вот здесь соберем его. Соберем. Потом вот. И ископаем алмазную руду.
сбрасываем. Два алмаза. Офигеть! Три алмаза. Четыре алмаза. Пять алмаз. Е-мое. Охренеть. Вот это вот да. Это я понимаю. Сходил бы. Да. Железно нафиг не надо. Только место будет. Так. Продолжим поиски. Ну что ж, к сожалению, я не смог найти этот долбанный метеорит. Поэтому наша версия завершается. Вот, я думаю, меня приятно смотреть. Вот, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Все-таки сегодня я нашел алмазы. Хотя алмазы. Вот. И нашел недоплевочный дом. Всем пока.